семейная тренировка, продолжаем цикл семейных тренировок. Сегодня мы в полном составе. Сегодня с нами еще наш самый главный бегун. Он сегодня бросил вызов мне, у нас будет сегодня батл. Вот. Если он выиграет, я буду только рад. А он очень постарается, он тоже будет рад. Мы сегодня решили тренировку сделать в виде интервалов. Но интервалы интересные, мы будем друг с другом бегать на перегонке. Поэтому будем бороться. Вот постараться будет сильно. Да? Ну ладно, давайте продолжим. Мы все похлопали. Какие мы молодцы. Браво нам. Нога в ногу. Настя,
Да, Юра, серьезно обгонит. На старт! Внимание! Марш! Готовы? На старт! Внимание! Марш! Он, конечно, зря так. Она перегонит вот так. Не, вообще не старается. Балуется. Капитан! Давай. Ну что, готовы следующие спортсмены, следующий забег. Папа с папиной дочкой. На старт! Внимание! Марш! Папа фору дает. Так. Класс. Ну, сейчас будет еще один забег. Папа у нас не согласен с результатами первого забега с сыном. Просто считаю, что я могу пробежать лучше немножко. Потому что чувствую, что ноги ватные были. То ли размялся мало, то ли звезды так стали, бывает. Иногда чувствую, что летишь, все тяжело. А с результатами согласен. Я не оспариваю. Все по-честному. Поэтому будет сейчас второй забег. Он второй спортсмен. Отдыхает. И третий. Я еще потом интервалы буду бегать. Все делает петушка и курочка. Это не тренировка. Это просто съемки. Сейчас мы съемки закончим, и будет тренировка. Вот они. Юр, не морщ. Богатыри. Богатыри. Русские. Пошли на старт. Thank you.